В Кызылординской области научились выращивать африканских сомов. Редкую рыбу разводит предприниматель из Шуйлийского района. Задача Мурата Калиева – выйти на зарубежные рынки. Идею поддержали местные власти. Кристина Алмазкызы расскажет. Бассейны с подогревом, освещение и питательный корм. Уже второй год Мурат Калиев постигает тонкости разведения африканского сома. Первые 4000 мальков он завез из соседнего Узбекистана. При должных условиях, говорит предприниматель, за несколько месяцев мальки могут набрать в весе до 2-3 килограммов. В этом году рыбовод намерен создать специальную ферму и запустить производство. Под создание искусственного озера местные власти выделили нам землю. Из Узбекистана мы заказали еще 10 тысяч мальков. В течение месяца нам их уже привезут. Выращивание сомов – дело прибыльное. К примеру, на местном рынке килограмм этой рыбы стоит около 3000 тенге. В хозяйстве намерены выйти на экспорт. Рыба пользуется большим спросом в Китае и России. Реализовать свои планы рыбовод рассчитывает с помощью господдержки. К искусственным прудам выставляются определенные требования. Своевременно менять в них воду, содержать окрестности в чистоте, соблюдать экологические требования, разводить мальков. Также можно рассчитывать на субсидии. Для этого нужно подготовить всю необходимую документацию и техпаспорта. В регионе вот уже несколько лет реализуется программа развития рыбного хозяйства, рассчитанная до 2030 года. В прошлом году в рамках данной программы было запланировано вырастить 409 тонн рыбы. Результаты превзошли наши ожидания. Было выращено 441 тонна. И это при том, что в регионе функционировали всего один специальный бассейн, 6 прудовых хозяйств, 71 озеро для разведения рыбы. В целом, область имеет огромный потенциал для развития рыбной отрасли. Используя эти возможности, к 2030 году планируется довести объемы выращивания рыбы до 16 тысяч тонн. Кристина Алмазкызы, Нуржан Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24.